Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Сегодня я с удовольствием хочу с вами поделиться рецептом шашлыка. Но это будет не совсем традиционный рецепт, к которому мы все привыкли. Это будет маринованное мясо в кисло-сладком соусе с добавлением меда и ликера амаретто. Этот рецепт меня уже неоднократно спасал, когда гостик, что говорится, на пороге, и нужно что-то быстро и вкусно приготовить. Итак, что нам понадобится для приготовления такого шашлыка? У меня здесь 600 грамм куриной грудки, затем тоже 600 грамм филе миньон, это свинина, самая мягкая часть, немного соли, 1,5 чайных ложки жидкого меда, затем соевый соус, соус вот такой вот, который называется якитори, это для куриных японских шашлычков, сок лимона, сладкий перец и примерно 30 грамм ликера амаретто. Ну и приступаем к приготовлению. Нарезаем мясо на порционные шашлычные кусочки и начинаем готовить наш маринад. Вот я добавляю примерно 1,5 чайные ложечки меда жидкого. Так, затем сюда выливаю 30 грамм ликера амаретто. По вкусу соевый соус. Так вот, думаю, еще чуть-чуть не помешает. И соус для шашлыков якитори. Сейчас я еще выдавлю сюда примерно половинку сока лимона. И перемешаю все тщательно. Немножечко посолю, если это будет необходимо. И оставлю мариноваться буквально на 1 часик. Вот так вот выглядит уже перемешанное мясо. Соли я не добавляла, ее было достаточно, но добавила совсем немножечко лимонного сока, поскольку кислоты было маловато. Сейчас мы будем нарезать перец, который нам понадобится для переслойки мяса на шпажках. А мясо уберем в холодильник, как я уже сказала, чтобы оно замариновалось на 1 час. Ликер амаретто придает просто божественный вкус вот этому маринаду. И в сочетании с соевым соусом и соусом якитори, в общем, я даже не могу передать, насколько это вкусно. Ну и пойду я сейчас сервировать аперитив для моих гостей. А мяско отправляем в холодильник на часик. Сладкий перец нарезаем вот такими квадратиками. Вот шашлык замариновался, таким образом я его понанизывала мясо на шпажки, чередуя с сладким красным перцем. Рассол, в котором мариновался шашлык, я тоже не выливаю. И когда начну жарить, я буду им периодически поливать мясо. Вот выкладываю мясо на гриль. Вначале я положила свинину, поскольку она готовится будет немножко дольше, чем курица. Ну и таким образом постепенно-постепенно жарим все наши шашлыки. Когда мясо поджарилось, я вот так вот кисточкой смазываю его соусом, в котором оно мариновалось. Ну вот и готовы мои шашлыки к подаче. Сверху я их посыпала маринованным луком-шалотом, предварительно замариновав его в соке лимона, добавила немножко красного сахара и немножко соли. Также посыпала петрушкой и вот видите, вот таким вот маленьким нежным базиликом. Всем приятного аппетита и большое спасибо, что вы были со мной. Ну и как всегда, до новых встреч на моей кухне!